Вяжем шарф за 1,5 часа для него. Нам понадобится 2 пряжи с петельками лэйси. В конце видео расскажем, какое количество мотков на какую длину понадобится. Приступаем к вязанию. Самую первую петельку разрезаем, чтобы получить длинный хвостик. Далее в первый ряд отсчитываем 12 петель. Крайнюю 13-ю петельку вдеваем 12-ю петельку и оставляем ее. 11-ю петельку скручиваем на один раз и вдеваем в нее новую петельку со второго ряда. Остальные петельки продолжаем также плести, скручивать петельки первого ряда и вдевать в них новые петельки со второго ряда. Крайнюю петельку первого ряда мы не скручиваем и продеваем в новую петельку. То есть крайние петельки каждого ряда у нас ровные, а остальные петельки мы скручиваем. Важно, чтобы узор был ровный и красивый, скручивать петельки нужно всегда в одну сторону. После нескольких рядов мы можем уже увидеть, какой красивый узор у нас получается. Когда старый моток закончится, нужно присоединить к нему новый. Сделайте хвостики в старом и новом мотке и крепко свяжите их, чтобы расстояние между петельками было небольшое. Чтобы завершить шарф, нам нужно надеть петли друг на друга. Последнюю петельку разрезаем, чтобы получить хвостик. Хвостики в начале и в конце шарфа можно спрятать под петли и завязать их, либо сшить. Все, наш шарф готов. На плетение ушло 1,5 часа. Из двух мотков получился шарф шириной 20 см, длиной 200 см.